У нас свадьба через 10 дней. Ты обещал поговорить с Шафером. Я отправил ему сообщение. Ты ведь знаешь парней, они же вечно тормозят. У него не было Шафера. Таким, как я, не достаются девушки вроде нее, поэтому я соврал, что мне много друзей. Прошу, помогите. У меня есть отличная идея. Поэтому он решил взять его на прокат. Добро пожаловать в компанию Шафер. Чем именно вы занимаетесь? Я предоставляю услуги Шафера людям, у которых его нет, таким, как вы. Запомните, это строго деловые отношения. Спасибо. Извини, я очень обрадовался. И теперь... Кто эти люди? Это твои друзья. Я буду говорить с британским акцентом. Ты хочешь, чтобы эта кучка дегенератов стала моими друзьями? У них всего неделя, чтобы стать друзьями на всю жизнь. Все будут спрашивать, как мы познакомились. Мы с ним покоряли ледники в Патагонии. Прыгали с парашютом с 3000 метров. Все это неправда, но круто быть таким мужиком. Погнали! Такова культура. Ты обязан классно выглядеть в день свадьбы. Можно спрятать жирную задницу в штанах, но плохого танцора не спрячешь. Teach me how to doggy, teach me how to doggy. All my women love me, all my women love me. Таковы обычаи. Это еще кто такие? Это мои друзья. Это самая странная компания друзей, которую я видела. Миссис Палмер, я вижу, в кого Гретхен такая красотка. О, спасибо. Такова традиция. Мы с Гретхен решили, что мальчишника не будет. Так, Харрис, да? Стой! Нет, не надо рассказывать! Он таким не был, пока вы не появились. Это его лучшая сторона. Давай, давай, давай! Но сможет ли эта свита... У нас меньше часа. ...пережить саму свадьбу? Только не урони! Шафер на прокат. Да что это с тобой? Я должен признаться, что...